Всем привет! Вчера листал ленту ВК и наткнулся на пост с рекламой интернет-магазина. В этом магазине, собственно, якобы продают дроны, на самом деле там кидают людей. В этом посту было видео, и оно на самом деле было довольно-таки подозрительно, ну, лично для меня. Затем я ради интереса зашел в комментарии почитать эти фейковые отзывы. И там, знаете, такие отзывы а-ля... Все пришло, там, мне понравилось, сыну понравилось, собаке понравилось, первый великолепный полет, все классно, все четко, на 5 баллов. Ну вы поняли, самый дефолтный накрученный отзыв. Потом я решил зайти на сайт, и там как бы был вообще другой квадрокоптер, и он был по скидке, между прочим, не за 7,5 тысяч, а за целых 2. Ну сейчас я вам покажу этот ролик и покажу этот сайт. И да, если кому-то интересно, я не смогу показать этот пост, потому что я кинул вчера на него несколько жалоб, да, за мошенничество, и сегодня его уже не было. Компактный квадрокоптер помещается в любую сумку. Управлять можно с телефона, пульта, а также жестами. Дрон напичкан всеми возможными датчиками, всегда возвращается в точку взлета. Есть функции слежения за объектом, стабилизация при сильном ветре. Камера тут четкая, настоящая 4К. Летает в среднем 20 минут. И, собственно, вот этот самый пост. Здесь же другое видео. Вчерашний пост забанили. Так, и, собственно, что мы видим? Во-первых, здесь вообще первый Mavic Pro. Далее. Переходим на сайт. Сайт называется saleshop.ru. Здесь идет таймер, вон квадрокоптер, видите, их все 59 штук, ребята, давайте быстрее берите, пока это, пока можно. Помрачительные скидки. И здесь мы видим Mavic 2 Pro Zoom, да? Потому что Mavic 2 Pro, вот он так вот выглядит. Вот его настоящее обличие. А здесь вообще Mavic 1, прошлый. Что-нибудь по... И цена 7,5 тысяч рублей, это у нас $100, чтобы вы понимали. Притом почти ровно. А цена по акции вообще 2000 рублей. Видите, уже 57. Ребята, быстрее. Хватайте, пока можно. Если мы нужно заказать, нас вот сюда, собственно, перекидывают. Так что вот, вот такой вот сайт. Не знаю, кто вообще на это повелся, или хоть один человек, и кем надо быть, чтобы, типа, повестись на это. Оплата при получении товара. По-любому там, может, доставка сколько-то стоит, и, может, они на этом зарабатывают. Хрен знает.